Добрый день, друзья! В нашем психологическом кинозале «Прививки от лишнего веса» фильм «Ешь, молись, люби». Наверняка вы уже смотрели этот фильм, но я вам предлагаю посмотреть сейчас его еще раз через призму отношений с едой. И если вдруг у вас есть какие-то пищевые зависимости или лишний вес, то проходите бесплатный тест по ссылке под этим видео, чтобы узнать психологическую причину и стройнеть легко без диеты и усилий воли. В фильме «Ешь, молись, люби» три точки на карте, три шага от глубокой драмы развода до зрелой любви, которую проходит героиня Джулия Робертс, и еще множество интересностей между этими тремя точками, в том числе отношения с едой. Это автобиографичная история автора одноименной книги Элизабет Гилберт. Однажды она обнаружила себя посреди внешне успешного, но пустого изнутри брака. Если вы не чувствуете свою жизнь наполненной, этот фильм для вас. Смотрите, сопереживайте. В какие-то моменты можно даже перемещать свое сознание в героиню, чтобы вместе с ней пройти путь, где через разные точки на карте, разные испытания происходят ее личные трансформации, которые привели к непростой, но мудрой и осознанной любви. О том, чем заканчивается фильм и книга «Ешь, молись, люби», написана следующая книга Элизабет Гилберт «Законный брак», тоже очень интересная. А пока Рим, эмоциональный итальянский язык, на котором говорят руками, вкус жизни, воплощенный в еде, это было нужно эмоционально опустошенной женщине в стадии развода. Еще лучше подошла бы любовь, но ее нет, а дефицит любви заменяем едой. В этой сцене героиня признается в любви к своей пицце, а потом подружки идут покупать джинсы размером побольше. Покидая Рим, Элизабет пишет прощальное письмо мужчине, закрывая отношения. Это стало возможным после прививки вкуса жизни, полученной в Риме. В эмоциональную зависимость от отношений мы попадаем, когда в жизни мало других эмоций. А когда мало эмоций внутри пустота, мы пытаемся заполнить ее едой и набираем вес. Следующая точка на карте – Индия. Аскеза и ограничения, в том числе и в еде. Ограничения – та же зависимость, только с другой стороны. А зависимость от еды и лишний вес сигналит о том, что еще нет готовности к зрелым отношениям, к успехам в карьере, вообще к зрелости. В зрелость не пускают непрожитые чувства. Элизабет выпускает из себя обиды на мужа, выплакивает боль несостоявшейся любви. И вот странность. Ничего не зная о ее прощении, за тысячи километров от Индии муж дает согласие на развод. Когда вам кажется, что вы уже переработали боль, отпустили обиды, на самом деле они остаются в подсознании и создают напряжение, которое приходится заедать. Выпустить эмоции из подсознания помогают духовные практики, как в фильме, или работа с психологом, что гораздо проще в реальной жизни. Путь от пустоты и зависимости до зрелых отношений Элизабет завершает в Индонезии. Там еда уже за кадром, где ей и положено быть, ведь когда в нашей жизни все в порядке, мы едим, чтобы жить, а не наоборот. Когда еда перестает подменять любовь, вкус к жизни и другие эмоции, тогда высвобождается место для зрелых отношений и всего прекрасного, что становится возможным, когда мы вырастаем из пеленок разных зависимостей. Конечно, это всего лишь один из ракурсов, под которым можно посмотреть этот вдохновляющий фильм. Попробуйте. Жду ваших комментариев под этим видео. Если вам нравится наш кинозал «Прививки от лишнего веса», ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить другие видео по психологии стройности, по психологии отношений. И я надеюсь, что вы уже прошли бесплатный тест на ваши отношения с едой по ссылке под этим видео.